зарплату еще претендует. Не, не претендую. Сомнительные кадры. Когда-то 10 месяцев назад, да, буквально, кстати, 10 месяцев назад, Ваня укладывал кирпичик, вот этот беленький. Спустя эти же 10 месяцев мы эти кирпичики разламываем, но с благой уже целью. Прорубили себе окно дополнительные 40 квадратов, потому что 25 нам оказалось мало. Развитие мастерской на ваших глазах, Ванечек. Шлепни-ка парочку кирпичиков нам. А я добью немножко. Заметьте, как офигенно делаются кирпичики, которые мы клеили. Им вообще похуй. Рядом кувалда фигачит. Ну, с бором. Аккуратно. Ну и последний рядочек. Крайний. Да, крайний. Крайний бывает. Там плоть. Осталось немножко. О, красавчик, давай. И окошечко. Давайте, кирпичики. Эфирно. И перейдем впервые, я думаю. Заходим. Значит, тут не хватает. Стола с охуевшей тем. Глаза такие, где ты? Хороший момент истории. Держи, Ванечек, оформляй.